тисяч осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Неделю солдаты окружали село, а эти женщины не понимали, что они придут ночью, их поднимут с этими маленькими детьми и скажут: «Вставай, здесь уже не твой дом». Единственный человек, вот бабушка нам всегда рассказывала, молодой солдат сказал: «Мать, бери побольше хлеба и теплой одежды, вы едете очень далеко, я больше тебе ничего не смогу сказать». Потому что утром мама ей давала, ему давала молоко. Я швейна твоя, мати, мати. 18 мая постучались в 4 часа утра в двери, это как мне бабушка рассказывала, мама моего отца. Они, конечно же, были в большой растерянности. Им зачитали указ Сталина о выселении. И они не знали, что значит, куда-то их должны везти. Некоторые солдаты подшучивали. Говорят: «Вас везут расстреливать, поэтому можете ничего не брать». Не желая в этом доме, не насытилась я вдоволь. Молодость моя умчалась, мой родимый Крым. Выразить крымско-татарскому народу слова скорби на тюркском языке. Аллах птюнюлянлэвзэ рэхмэтэлэсин. Аллах бзимшэрэдлэмзэ рухушадэлэсин. Тамга – это, ну, как трезубец, как, это герб. Герб страны, герб крымско-татарского ханства. Вообще очень много разных версий, что это значит. Но, например, в нашей семье папа всегда говорил: «Вы же знаете, что в Крыму есть Чатырдах? Чатырдах – это огромная гора в виде палатки. Она в центре Крыма. Из нее берут основания несколько рек». И он всегда говорил: «Вот наша тамга – это Чатырдах».